Всем привет! Приветствую вас на своем канале «История жизни с Эмили Гарден». Это будет последний пока обзор на моем YouTube-канале. Я и на первом канале про растения больше пока не буду выкладывать обзоры, и на этом про дом канале больше обзоров пока не будет. И поживем, увидим, будут ли обзоры потом или нет, но пока в Telegram-канале все. Сейчас я вам покажу, как я декорирую свою гостиную на летний сезон. В нашем доме уже лето. И не важно, кто как думает. Здесь стоял букет из тюльпанов. Теперь будет вот такой красоваться на этом комоде. Вы все его прекрасно знаете. Я его всегда декорирую на все праздники и по сезонам. Вот такой букет в этот раз будет здесь красоваться из роз. На розы я давала ссылку и не раз. Это силиконовые розы. Выглядят они как живые. Я к искусственным цветам отношусь очень положительно. Тем более сейчас, в 21 веке, искусственные цветы, если хорошо они сделаны, ничем не отличишь от живых. И искусственные цветы я люблю больше, нежели видеть, как настоящий срезанный цветок на глазах умирает. Вот такое мое видение к живым букетам. По бокам поставлю вот так вот свечи. И около своих фонарей поставлю свои любимые маленькие вазочки, и в них силиконовые вот такие вот гортензии. Вы их видели тоже и не раз. Вот такая композиция на моем комоде в гостиной получилась, и она будет нас радовать до самой осени. Такая композиция. На мой взгляд, получилось очень уютно. На моей консоли была вот такая пасхальная до этого композиция. Сейчас я ее видоизменю, все уберу. Уберу стойки, которые крутятся, я их делала вместе с вами. Кто видел, тот знает, как они делаются. Они у нас прокрасовались весь пасхальный праздник и радовали нас. Теперь здесь будут вернуться на место вот такие вот у меня пирамиды с фруктами, вот такие вот фигуры. Я их очень люблю. Цветок, который я убирала, ставлю на место, а на это место возвращаю то дерево, которое я украшала пасхальными яйцами. На этой консоли я убираю вот эти маленькие можжевельники, все протираю, можжевельники убираю на хранение, они вернутся на Новый год к нам в дом. А здесь будут только свечи, и вот в этой вазе в виде кубка будут также розы, эти же силиконовые. Подрезаются силиконовые эти розы очень хорошо секатором и ставим в эту вазу кубок. Главное сделать такое, знаете, разваленность в букете. Тогда этот букет будет выглядеть живым. Не надо строгих форм, строгой вот этой вот цветок к цветку. Этого делать не нужно. Пускай букет немножко будет рыхлым и вот так разваливаться немножко по вашей вазе. Тогда искусственный цветок будет выглядеть намного привлекательнее, и букет будет выглядеть живым. Ну и главное, чтобы качество цветка тоже было хорошим. Я за качественные цветы, потому что они прослужат долгие-долгие годы и будут радовать вас в вашем доме. Вот такая консоль получилась у меня. На мой взгляд, очень привлекательно. Вернемся к комоду. Розы мне эти очень нравятся. Ссылочку я еще раз оставлю внизу, если кто-то потерял, либо не видел этот обзор. Ну так, на всякий случай. Летняя, очень такая получилась ароматная, на мой взгляд, композиция. Если у меня сейчас там аромапалочки с ароматом розы, и поэтому, когда мимо комода проходишь, кажется, что пахнет этот букет. Розы выполнены очень хорошо. Я очень люблю силиконовые цветы.
Ну а теперь диван. На диване у меня вот такая была подушечка по центру, гобеленовая, тоже давала ссылочку, не помню, то ли в телеграм-канале, то ли на ютуб-канале. Я их заменю на повседневные теперь. Наволочки. Вот такая наволочка будет у нас теперь по центру дивана. Диван будет более такой в спокойных тонах, ну и таким образом глаз отдохнет до осеннего декора. Теперь мой любимый журнальный столик. Здесь также я все поменяю. Уберу всю пасхальную атрибутику, да и вообще заменю полностью здесь и поднос. Так что полностью эту я декорацию убираю вместе с подносом, потом разберу. Вытираю стол и ставлю свой любимый поднос от Кюхеленд. Кстати, я видела, что и в этот раз в летнем сезоне это была осенняя коллекция, которая у меня, а сейчас у них летняя коллекция. Так вот, у них такие же подносы, только с другими рисунками на зеркале. Там вроде либо птички, либо веточки, точно не помню. Но если интересно, пройдите. А эти же подносы я видела на Озон фирмы Кюхеленд. Очень красивый, качественный поднос, который подойдет на многие декорации. Ставлю сюда букетик, вот такой маленький. Он очень хорошо моется от пыли, так что всегда чист и свеж. И к тому же такой немножко зеленый акцент на журнальном столике. И вот эта маленькая вазочка-кубок мне тоже очень нравится. Вы видели, как я их часто использую в композициях и декорациях, и сервировках стола. Ставлю сюда свечи на батарейках и немножко добавлю цветового акцента в виде вот таких вот вазочек красивого малинового цвета. Такой спелой малины добавим в композицию. И вот такая композиция на журнальном столике у меня получилась. На этом я закончу свой обзор. Это будет последний обзор на YouTube-канале. Если кому-то интересно, микроблоги будут выходить в Telegram-канале. Ссылочка будет также в описании. Проходите, смотрите, увидимся там. Всего вам доброго. Пока-пока.